Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала James Alone. Там предыдущий ролик я пропустил, потому что что-то не успеваю, с вашими заказами. Блин, вы что, с Нового года как угомониться не можете? Я вам благодарен за это, я без претензий. Спасибо большое. Но я не могу никак с Нового года восстановиться в ритм войти. Это хорошо, это, конечно, хорошо. Так, James Alone. Самая мерзкая игра из топ-1. Help me. Обман и развод мобильных помоек. Трэш обзор. Лайк. Сразу же лайк. А вы, друзья мои, проделали те же самые манипуляции со мной. Комментарий напишите. Лайк поставьте. А я буду начинать. Чё-то меня тупить начал. Мой отзыв был удален. Пишу второй раз, одна игра чрезмерно мерзкая. Один. Игра чрезвычайно мерзкая. И людям с хорошим восприятием и фантазией не рекомендую. Чё там было? Игра чрезвычайно мерзкая. И людям с хорошим восприятием. Выиграл стикер ВКА. Восприятием и фантазией. Не рекомендуется данная игра. Детям давать нельзя. Рекламы много, графика и звук очень низкий уровень. Разработчики, прекратите! Хватит нас терроризировать! Прекратите! Но разработчики хватит! Нас... Хватит это терпеть! Хотели, что вывели свою игру в топ-1 лучших игр на Google Play Market? Да я вот честно говоря, топ эти не смотрю. Там чушь, постоянная херня какая-то. Они то, во-первых, накрученные, все это накручено, все уже понятно. Смотреть надо... Я не скажу, где смотреть надо. Оценку в 4,1 балла при 5 миллионах скачиваний для зрителей от 3 лет. И попали-таки в очередной мой обзор на очередной... О, власяки отросли. Мой игровой хлам с классическим разводником и долгожданным обманом ожиданий. Чтобы без того количную игру не взлюбили еще больше. Особенно после того, как увидит в ней дерьмо в прямом смысле своими глазами. Ну а пока я болтала, игра скачивалась. Надеюсь, вы подписались на мою телегу по ссылке в описании. Ну а раз так, все готово. Но не для приема пищи, поскольку сходу зайдя в нас... Не для приема пищи, говорит. ...видев будущие уровни, в которых чел с пердежом, веткой в жопе, а вот это у него, походу, здесь у... С улицасом дерется. И таз, рядом с которым он что-то делает, даже не могу себе... представить, что. Мне, как и большинству из вас, принимать пищу, увы, расхотелось. Ну, не то, чтобы я ее прям хотел, но ладно. Уровень раз. Ну. Курица и курица. Какой-то кружок. Нажимаем. И тут, судя по всему, нам предлагают... Это же с телефона, да? И вот когда я скачиваю трэш-игры и хочу в них поиграть, это, мягко говоря, не совсем то, что я хочу в них видеть. Да, вначале я, как и скорее всего вы, подумал, что это слово на букву Г и заканчивающееся на букву Овно. Но вспомнив курицу вначале, я понял, что оказывается это яйца, которые нужно срочно достать. А вот это... Ну я сразу понял, что яйца. Это цветастая, я не знаю, колбаса, это кишки, папа... или Simple Dimple, но, по-моему, это овно. Ну ладно, окей, первый уровень мы прошли. Уже хорошо. На втором этапе данной игры перед нами человек, которому нужно нажать на пятую точку. Нет, ну... Да, типа, пчела шлюпка? Если курицу ужарила. Я понять хоть как-то могу, внутри яйца там все дела, но что мы можем увидеть внутри человека в районе зопы? Комара! Зопы! Которому нужно было просто прихлопнуть. А я уже повелся, чуть скорую сам себе не вызвал. Обзор без чувств под нашатырем, суть по всему. Но третий уровень данной игры, честно говоря, удивил, поскольку перед нажатием на голову этого чела мне предложили на выбор синюю иглу и красную открывашку для бутылок. Что? Камон, я вообще не понимаю, что здесь происходит. Это какой-то новый уровень издевательства над игроками. А в этом, между прочим, играют наши дети. Окей, выбираем правую красную штуку и смотрим рекламу. После рекламы, которую я уже посмотрел, перед рекламой, шик... Акс, ну он же показывал, да, что реклама-то это была. Я думал, может быть... Случайно. Карно. Обожаю обзоры на игры. Воистину. Джеймс, когда обзор на игры? Тем временем, Джеймс. Я вас
всех за это башки оторву. Понятно? Я вам всем побью. Я надеюсь, ребята, вы довольны и с удовольствием прожмете свои лайки для моих дальнейших мучений. Для выхода дальнейших обзоров. Да, скорее всего, как некоторые из вас писали под прошлыми видосами, рекламу можно отключить для более... За деньги отключить можно. Для комфортной игры с помощью отключенного Wi-Fi, чтобы не... Нет, не будет работать без Wi-Fi. Нет, нельзя. Нельзя, конечно. Чтобы играть, ты просто обязан включить интернет. Окей, да-да, пошли мы нахер. Выбираем уже, наконец, красную штуку и... Я сказал, выбираем красную штуку. Она не выбирается. Вот что хотите, то и делайте. Не, она не выбирается. Извините, а хоть что-то в этой игре будет работать вообще? Являясь первой среди лучших игр Google Play Market? Или это очередной обман, чтобы набрать классы, которые от такого геймплея меня вообще не радуют? Хотя, если вы их поставите побольше... Да не, бред какой-то. Да ну бред же, ну! Окей, просто возьмем синюю иглу. Да твою ж мать! А, это все потому, что я, наверное, лысый, да? И зло, наверное. Ну, уже ты уже не лысый. Наверное, кому-нибудь какое-то плохое сделал, да? Окей. Ждем 30 секунд, скипаем рекламу, выбираем иглу и ура! Перед нами червяк, которого нужно вынуть из головы. Твою мать! Нет ни у кого ощущения, что это инсталляция головы одного из разработчиков, нет? А то уж очень похоже. Но как только мы справились со всем вышесказанным, и головоломка оказалась пройденной, нужно снова посмотреть рекламу. Ну как без этого? Если в ролике нет рекламы, значит он и есть реклама. Понятно. А когда в ролике 95 747 реклам и два слова по сценарию, это по-вашему что? Не, ну если у Добряка, допустим, вот про Добряка правильно сказали, если нет рекламы в ролике, значит это и есть реклама. Еще про кого-то такая. Так что да. Современная пытка бородатого блогера. Окей. Мы добрались до человека, у которого что-то торчит сзади. Если в случае с тем чуваком у нас на жопе просто был комар, то сейчас аллилуйя. Это просто пиявки, присосавшиеся к руке, которые просто нужно убрать. Подумаешь, сделай вид, что мне вообще не мерзко. Ла-ла-ла-ла-ла. Но, правда, почему главный герой после прохождения уровня дико орёт? Тут я не удивиться не могу, поскольку наш следующий уровень после просмотра рекламы — это обычный, родной, ничем не примечательный прыщ на лице, который нужно сначала проткнуть, а потом просто удалить все содержимое. Френдли контент, знаете ли, для 3+, и более 5 миллионов людей, которые просто хотят скоротать чуточку своего драгоценного времени за простейшей игрой. Без негатива, без негатива, мы никого не хотим оскорбить, о-хо-хо, мы просто пока покажем вам говно. А ведь я не делал обзоры на игры, кажется, менее полугода назад. Кто ж знал, что тут так все изменилось? Тут даже реклама с игрой выглядит мерзко, как будто за полгода... Мерзко, в мире какой-то новый тренд на подобную хрень появился. И вы не поверите, только к 5-му уровню мы приблизились к подобию игры-головоломки, которая себя так и позиционирует. Перед нами простой парень и грабитель, на местах ниже пояса у которой горят красные пятнышки. Уж не знаю, свидетельствует ли это об обычной натертости данных мест и что делал с грабителем парнишка, что мы видим данный результат. Но тут хотя бы очевиден выбор действия, которое должно побежать злоумышленнику завершить начатое. Поэтому тыкаем назад грабителя, чтобы его спустя миллиард попыток ужалила оса или пчела, засунув свою жало прямо между булок. И проходим этот раунд на отличненько. Ой, блин. Но некоторые из вас спросят, а что будет, если нажать на неправильный вариант ответа и нажать... В херу пусть, чтобы пчела ужалит. Другому челу ниже пояса. Ну типа, почему именно тот вариант, он правильный, и что будет в случае неправильного? Переиграть это, как вы понимаете, уже нельзя, но специально для вас я удалил, скачал игру заново, снова прошел через эти муки и таки нажал мужику на пах. И ничего не произошло. Оказывается, на эту кнопку просто нельзя было нажать. Ну, если 3+, что-то хочешь. Да, они реально такие игры тупые. Следовательно, как и ошибиться в прохождении уровня тоже. О, вы такой разумист, такой умный и логичный. Какие книги вы читаете? Я играю в Трикстори. Только головоломки. И говно. А не под этой ли игрой случайно было написано? Трикс... А потом еще накакано. Тори — это новое дыхание всех интеллектуальных игр своего рода, тест для мозга с оригинальными сценариями, происходящими в повседневном... Не, ну что, сценарий реально
оригинальные. Ценной жизни. Ну, знаете ли, когда вы вынимаете яйца из курицы или, например, пытаетесь ужалить грабителя своим жалом... Применяйте реальную логику, чтобы справиться с трудностями. Особенно в ситуациях, когда выбор есть, но его как бы нет. Хотя выбор нужно делать между играть в это или нет. Как вы понимаете, под этой игрой написано «Не только было это». Я надеялся на хорошую игру с интересными персонажами, пазлами, фишками. Но с рекламы я понял, что будет полный трэш, и мои ожидания подтвердились. Ужасная игра. Пусть ее выкинут подальше от нас. Это что такое, я вас спрашиваю? Это самая отвратительная игра из всех, которые я когда-либо пробовала. Кринж! Не советую. Что это? Игра достала. Каждый раз рекламу суют. Надеюсь, игру заблокируют за нецензурность. Поставила бы 5 звезд, но, увы, так нельзя. И как же хорошо, что у меня это можно даже на практически середине обзора. 0 звезд из 10. Хуже хреновой хреноты я не видел в жизни. А хуже, как вы понимаете, увидеть что-то можно. Ведь нужно просто продолжить в нее играть. Уровень 6 нас радует очередным выбором, в котором таки мы попытаемся использовать красную непонятную открывашку. И после рекламы нам наконец-то становится понятно, что это, мать его, пылесос, которым нужно убирать козюльки. Какие сердечки. Пылесос, правда, почему-то работать потом перестал, и я, как отрицательно умный, конечно же, решил воспользоваться подсказкой за рекламу, которая, конечно же, мне ничего не дала. Кроме понимания, как этот пылесос включить. Но справедливости ради, что-то потом где-то понатыкав, пройти этот уровень мне таки удалось. Ну, надо же как-то развивать мозги. Ну да, да. В 7-м уровне нам нужно просто выбраться из кота, чтобы он... Ну, вы понимаете. Ну, а вот 8-й уровень, как я и предполагал, радует нас унитаз. Спасибо, хоть не в том смысле, в котором мне показалось изначально. Сразу видно тонкого ценителя игр на плеймаркете. Нажимаем на унитаз, выбираем что-то типа ёршика, удаляем разноцветное дерьмо и почти с легкостью вынимаем свой упавший в сральник айфон. Ура! Но радоваться, честно говоря, нечему. Потому что перед нами уровень сидящим... унитазе челом, который, судя по всему, является разработчиком данной игры. Он держится за живот, морщится, и если нажать... Это игру делает. Он морщится, потому что игру делает. Ему на тот самый живот. Наша задача, как настоящего геймера и специалиста игровых механик, достать из его чресел то, во что мы тут с вами и играем. Под названием Trickstory. Тут, конечно, нет ничего такого запрещенного, но я на всякий случай, ребятки, вам заблюрю этот стыд. На всякий случай лучше, да. Лучше, да. Ты просто из соображений, да пошло оно все в жопу. Обратно. Ибо к такой дерьмовой игре жизнь меня точно не готовила. И все игры, которые были в прошлых обзорах, в одночасье стали шедеврами. На 10-м уровне нам нужно запекать в голову чудовища Франкенштейна мозг. На следующих уровнях нужно достать из подмышек барышни червей и вырвать волосы, вытащить кота из змеи, протолкнуть бургер по пищеводу, почистить собаку, прочистить ухо, почистить зубы, которые у меня так и не получилось пройти, потому что это не управление, а какой-то крик о помощи. Короче, что я хочу сказать? Хуже, дебильнее, тупее и примитивнее игры я в своей жизни не видел еще никогда. Разработчики, судя по всему, и близко не знают, как в зубах там червяк. Что такое логика и как она работает в играх, если назвали свой огрызок говняной блевотни новым дыханием всех интеллектуальных игр, умопомрачительная игра для мозга. Назвать ничего хочешь, что угодно могут. Это их право, я понял. Мозга со сложными головоломками. Интеллектуальненько? Вынимать говно из чьей-то жопки. Когда абсолютное большинство игр предлагают геймплей, в котором есть место и головоломкам, и логике, и интеллектуальным задачам, и никто из разработчиков не кричит об этом направо-налево, потому что игры в целом и так работают по этим канонам. Но здесь у нас и интеллектуальные игры, и увлекательные головоломки, и умопомрачительные загадки в виде куска. Умопомрачительные, ну конечно. Они помрачать, когда какулю вытащить надо очень сильно. Да. Ка-дерьмо в дерьма, под дерьмом из дерьма. Котика и снова дерьма. Хотя там какой-то экшен, слово чушпана был. Может, стоило... Слово? В него лучше поиграть. Авось хайпанул бы немножечко на пацанской движухе. Стикеров раздал, как автором этих комментариев в ВК. Пишите мне, если выиграли. Но тянет меня, увы, знаете ли, постоянно на какое-то овно. А вы тянитесь к светлому, теплому и доброму.
Например, к моему телеграм-каналу по ссылке в описании, на который можно оттуда же прям сразу и перейти. Между прочим, там мемчанский, наш комьюнити, какие-то видосики забавные. Короче, главное нам там не потеряться. А то с кем на дерьмо-то буду смотреть. Ну а пока подписывайся на мой канал, если еще не подписан. А с вами, как всегда, был Джеймс Лоун. Увидимся! Пока, Джеймс. Ах, так, друзья мои, вот такая вот у нас сегодня с вами реакция получилась. Понравилось или нет, напишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, будьте клёвыми. Всем пока.